After 10 months of war, people in Moscow were asked what Russia has gained or lost from attacking Ukraine. But before you hear what these people say about the war, this is what we think what Russia is now. Russia has lost 90,000 plus soldiers and most of its military equipment. Russia lost world trade, lost world trust. Russia lost its dignity. Russia lost its safety. Russia lost most of its weapons and lost its standing as a superpower. Russia has gained terrorist support. Russia gained international status as a terrorist supporting nation. Russia gained a lot of sanctions. Russia gained NATO to its doorstep and gained world condemnation and hatred of Russians. Russia gained more than 6,000 cases of war crime evidence against them. Russia gained United Nations condemnation. Russia gained NATO condemnation. Russia gained international condemnation. Russia gained a population so cowardly that being strong men can't even say the word war because their so-called leader will jail them. So gained a terrorist leader. This is what we think Russia is now to the world. Now you look at what most of the people in Moscow are saying about this war. This video is compiled by Radio Free Europe and Radio Liberty. Я как-то над этим не думала, но мне кажется, что какие могут быть минусы? Ну, все-таки наша операция, это было совершенно нельзя было что-то откладывать. Мы должны были это сделать, понимаете? И в любом случае мы выиграли. Ну, Россия всегда выигрывает. Она никогда не проигрывает. Это веками уже заложено. Во-первых, территории. Во-вторых, скажем так, она сильнее стала. Скажем так, что я, конечно, что-то потеряла в связи с тем, что я там куда-то могу ездить. Но зато Россия большая, еще и Россию посмотрю. Я не думаю, что она выиграла пока и проиграла. Но фашистам не место на земле. Однозначно. Ну, я не знаю, что выиграла. Вот такие события идут серьезные. Поэтому немного грустно, но все нормально будет. А можно не говорить это? Ну, по поводу спецоперации не хочу ничего говорить. Спасибо. Просто верю, что будет мир. Я не готова отвечать на этот вопрос. Мы посмотрим, когда все это закончится. Я не могу так обсуждать, вы сами понимаете. Всем страшно. У меня есть знакомые, которые боятся мобилизации, прячутся, уезжают. Человеческие потери, это понятное дело. Приобрела. Но для меня лично вот важнее, что потеря. А приобрела как? Вот такой сложный вопрос на самом деле. Пока, если честно, не вижу, что она выиграла. Я вижу, что пока проиграл. Ну, это долгий вообще разговор, честно сказать. Холодно. Ну, как бы потеряла друзей, репутацию. Насчет спецоперации России пока и не выиграла, и не проиграла. И как это будет развиваться дальше, это никто не знает. Ну, из-за того, что наложили санкции, часть брендов ушла. В какой-то момент, скорее всего, это выльется на небольшой, ну, или какой-то кризис, который уже есть в любом случае мировой. Просто будет еще и в России он сильнее чуть-чуть. Из-за того, что выиграла новые территории, насколько это плюс, учитывая территории страны, хороший вопрос. Большое количество денег ушло на оружие, что тоже так себе. Вот я в Чечне повоевал, и что мне Россия дала? Пенсию 3000 рублей в месяц. Это нормально? А что хорошего? Вообще хорошего ничего. В горе матерей, погибает молодежь. С двух сторон, и не только в России, в Украине то же самое. Мирные люди столько погибают. Из-за этого мобилизация была, вот столько народа отвезли на войну. Ну, горе, все, везде горе. Весь дома горе.
что можно сказать. Ну, к чему хорошему война вообще не привезет.